Шкода Октавия Тур 2007 года с обыкновенной поломкой не всегда загорается при открытии. Вот сейчас открыл дверь. Сейчас закрыл. Открыл, а фонарь не загорелся. Он должен был загореться, но если его пошевелить, он загорается. Если едешь, оно расшатывается и выключается. Значит, что необходимо сделать? Необходимо открыть и снять и поправить контакты. Я так думаю. Значит, открывается просто подковырнуть и вытащить. О, включилось. Ну вот так оно будет. И что еще нужно сделать? Тут есть два винта. Один и второй. Вот здесь. Обыкновенная крестовая отвертка. Откручиваем. Откручивается несложно, не туго, но падают винтики, потому что потолок. И опускаем, смотрим, в чем вопрос. Должны просто, видимо, отошли контакты. Сейчас снимем. Значит, у меня снимается сложно. Необходимо провалить вот эти две клипсы с одной стороны и две, ну, защелки, и две с другой стороны. На одну я могу повлиять здесь, вот, ковырнуть изнутри, а вторая здесь под корпусом. И поэтому только натягивая и потом проваливая тоненькой отверточкой, а так плохо вытягивается вместе с вот с корпусной металлической с ободком, пытается выломать ободочек. Поэтому будьте внимательны и аккуратны, вытаскивается не очень просто. Ну и все, теперь снимаем разъем, вот этот разъем снимаем, просто отщелкивается с двух сторон на разъеме защелочки, снимаем и разбираемся. Значит, смотрите, вот этот переключатель, вот он ездит туда-сюда. Вот эти два последних контакта, видите, я их поцарапал. Там, ну, нагар образовался, мусор, пыль, нагар от самих контактов, окислы. Просто зачистил вот эти вот вторые части, не медные, там подпружиненные, но придавливаются здорово, нормально. Тут просто был на металле окислы образовались и не давали хорошо соединиться. Все, поцарапал, сделал такую блестящую поверхность. И все, теперь все работает. Сейчас покажу. Значит, ну что у меня получилось? Вот сейчас в таком состоянии открываю дверь, загорелась. И даже если я там чего-то шатаю, ничего не пропадает. Все горит в нормальном состоянии. Но если включить зажигание, сейчас закрою дверь. Включаю зажигание, погасло. Как видите, исправить очень легко, но не очень легко вот здесь снять. Просто нужно помогать отверточкой плоской. Ну, а так, повторяйте, подписывайтесь на канал. Много интересных, простых решений, непростых задач. Увидимся на канале.